Доброе утро! Начинаем конкурсные прослушивания участников третьего тура третьего международного конкурса «Классическая гитара», четвертая возрастная группа. На сцене Малый симфонический оркестр «Новосибирск», художественный руководитель и главный дирижер Игорь Новиков. «Вилла Лобос» – концерт для гитары с оркестром. Солист Никита Неделько, дирижер Игорь Новиков. Thank you.
Родриго. Фантазия для джентльмена. Солист Нагорнов Михаил.
Солист Талицкий Артём.
Thank you.
Вива Лобос. Концерт для гитары с оркестром. Солист Перелехов Сергей.
Thank you.